Трехкратная обладательница серебряных медалей на чемпионатах Европы, бронзовый медалист чемпионата мира 2015. И всего это всего лишь в 17 лет. Елена Родионова. Счастливо тебе, Лена. Спортсменка, тренирующаяся у Инны Гончаренко. Ее новая короткая программа под музыку из «Порги и Бес» Джорджа Гершвина. Отлично. Спасибо, получилось, Ленка, прокатать. Молодец. Елена Родионова. Молодец. Ух, какая оценка-то за технику. Ну а как же, и лучше, да, вообще она прыгает флип. Но она вот на первых соревнованиях решила, что она будет прыгать Ридберген, да. Прекрасная программа, мне она очень нравится. Поставила ее Шалин Борн. Она летала к ней в Канаду, и она вот поставила на эту музыку вот эту программу. И мне кажется, что она раскрывает Лену именно с ее самой лучшей стороны. Она вообще сама веселая, легкая, очень игривая. Такая, знаете, такая актриса прекрасная. Ну и делает все хорошо. Вот смотрите, поздно тоже, очень поздно восстанавливается, испытывает сложности в подготовке. Но вот такой у нее замечательный характер. Она не сдает. Она не сдает. Вот как на прошлых соревнованиях, на первых, она Луц прыгнула и не смогла к нему присоединить тулуп. И она моментально прыгнула Ридбергер-тулуп. Что она... Но она на тренировках вообще этим озадачена. Она всегда это делает. Она так воспитана Иной. Потому что вот это единственная спортсменка, которая вот у Ины с 4 лет. Вот как она пришла... Ух ты! Вот как она пришла, так она до сих пор у нее. И это, конечно, очень похвально и очень редко. Вот, поздравляю Ину и Сашу Успенского, которые работают с ней.
очень симпатичная короткая программа. Такая, знаете, картинка. И как бы элементы вплетены туда. Я не считаю, что это платье ей очень идет, но делала ее известный очень художник, модельер. Алена Ахмадулина. Алена Ахмадулина, да. Вот и Анна Белибина. Всем привет, и, да, и Анна Белибина, да, хореограф. Ну, единственное, что можем мы чуть-чуть попенять, скажем так, технической бригаде, все-таки на тройном тулупе поставили. Недокрут Лене Родионовой. Она никогда этого не делает. Но оценка за 70, практически столько же, что и у Кейтлин Осмонд, разница всего лишь 1.5 балла.